Всем привет, мы на канале Вовчик. Привет, друзья, мы с Вовчиком решили снова поиграть в Race Masters. Такая забавная гонка, у нас уже есть видео, но нам очень нравится в нее играть. Смотрите снова, как мы сейчас будем разгоняться, уезжать от соперников, спасаться от их ловушек, от их бомб, преследований. Погнали! Погнали! Гонка начинается и... Так, на старте. Кто у нас на старте? Раз соперник, два соперник, три соперника. Все машинки разные, нам будет легко определить, какая наша. Просто часто попадаются одинаковые машинки. Эй, ты зачем эти бомбы кидаешь? Надо ускоритель. Мы просто там уже играли в нее, ребята. Тут забылись. Но ничего, сейчас мы поставим. Долго нам с тобой наверстывать упущено. Мы на последнем месте с тобой, Вовчик. Так, давай снова начинай. В бой. В бой. Так, бой. Давай, наша супер девчонка, поехали. Так. О, мы самые первые. Мы самые первые. Надо не упустить этот шанс. Не забывай, Вовчик, ускоряться. Так, ускоритель начинай. Где у нас? Вот ускоритель. Нажимай на ускоритель, скорее. Чтобы мы все побежали. Вот это самый последний. Давай, какую? Вот, один. Циферки слева, видишь? 1, 2, 3. Нажимай на циферку 2. Так, рыжий дядька, который у нас классно ездит. Так, и снова рыжий дядька. Здесь можно выбрать, смотри, вот на машинке нажми. На машинке? Угу. Так, можно выбрать Бэтмобиль. Я не хочу, я хочу Т. Ну все, тогда нажимай. Вернуться. Подожди, давай мы сюда добавим чего-нибудь, а то у нас что-то тут всего так мало. Так, а что здесь можно добавить? Не, давай мы вот эту вот вторую выберем, она у нас больше прокачанная с тобой. Смотри, здесь есть ускоритель, защита. Так, да, и бомбочки. Ну как зачем? Чтобы нам можно было с тобой врагов побеждать, защищаться от них и ускоряться. Или ты что, шипы вот эти хочешь? Да. Ну давай тогда выберем вот эти шипы. Добавим тогда ускоритель. Так. И что еще? Ракету. Не, давай 3 ракеты. Давай. Чтобы сразу всех наших врагов. Так, а мы сюда еще можем что-то давать? О, смотри, мы что еще можем давать. Давай, так. Ну. Вот ракету. Эту, да? Давай. Хотя, в принципе, зачем она нам нужна, когда у нас есть 3? Ну ладно, посмотрим, что у нас получится. Поехали. Да. Давай, гонка. Ах, ты дядя. Гонка, дядька, давай, заряжай. Дави на газ. Гонка начинается. На старте снова 2 одинаковых дядьки. И 1. Поехали. Давай, Вовчик, супер ускорение у нас. Не забывай, что вот это слишком называется. Так, ускоритель. Вовчик, не подведи, мы были вторыми, нам надо стать первыми. Ты впереди, ускоряйся. Ускоряйся. Так, давай, финиш близко, ускоритель, нажимай ускоритель. С тобой. Ну, скажу тебе, что нас обогнал дядька, похожий на нас. Значит, можно не обижаться, да? Да. Так, давай еще уровень. Еще. Поехали. Поехали. Так. Нажимаем. Играть. Садимся в машину. Заводимся. Погнали. Погнали. Опять этот же дядька. Ну ладно, надо нам с тобой его победить. О, так, я болею за тебя. Погнали. Да, все. Все целятся под нос. И не забывай ракеты запускать. Ускоритель! Ускоритель! Ага. Ну что ж они все нас обгоняют-то?
Злой наш дядька. И мы опять вторые. И следом подбили его. Да. Ну что ж, ребят, видимо, нужно все-таки нам почаще тренироваться, да? Чтобы приходить первыми. Ну, нам очень нравится эта игра. Постараемся играть почаще. Да. Если вам понравилось наше видео, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал. Спасибо всем, кто нас смотрел. Всем пока-пока. Пока-пока.